Друзья, всем привет! Это новый влог. Я все-таки взял в руку камеру в конце рабочего дня, хотя сейчас время уже 10 час. Я закончил в начале 9 работать и просто сидел за компом, смотрел презентацию Apple. Показали новый iPhone, показали новые часики. Мне, конечно же, из этого ничего не нужно. Вы, кстати, говорили, типа, Андрюх, сними что-нибудь. Так, мне что-то пришло. Неважно. Сними что-нибудь на iPhone, влог вообще посмотреть, как выходит. Вы знаете, мне не очень нравится iPhone тем, что когда ты чуть-чуть в темноте находишься, там картинка просто рассыпается, и мне это дико не нравится. То есть днем, когда солнышко, iPhone снимает великолепно, но чуть только темно становится, все. Картинка уехала, до свидания. И в новых айфонах, я думаю, тоже не будет решена эта проблема. И я еще расстроился, что на 0.5X там тоже не подвезли стабилизацию. Ну и, конечно, так как в России сейчас не продаются официальные айфоны, то будем ловить их по параллельному импорту за бешеные тысячи. Ну и первая версия традиционно в Москве будет продаваться за херовую тучу денег. Я уже второй или третий день хожу в толстовке дома. Я тут резко переключаюсь на новую тему, потому что дома холодно, на улице сейчас... Сейчас, ну, естественно, уже темно, 7 градусов, невозможно, очень холодно. Параллельно, может быть, слышите, немножко шумит. Катя там готовит шарлоточку, сейчас выйдем, посмотрим. И я вам еще рассказать обещал про машину, которая Катюхе понравилась. Обязательно это сделаю чуть позже, в влоге это будет. Катюш, я иду к тебе. Если что, будь готова, я снимаю. Так, ну у нас тут шарлоточка. Можно? Можно. Одну слопаю. Тут тесто. Ну что, Катюш, коплю деньги на новый iPhone. А тут мамке отдадим. Мне, потому что iPhone точно не нужен. Я что-то как-то камеры больше люблю. Ты уже посмотрела в интернете? Я не знала, что они вышли. Ты мне только что об этом сказала. Ну я мало чего рассказал, потому что я видел несколько картинок. Сказать, что я прям за презентацией там круто следил, нет. Не, причем... Не знаю, какие вышли, поэтому я их спросила 14. Ой, а их там что-то вышло вообще дофига. 14, 14 плюс, 14 Pro, Pro Max. Или я ошибаюсь? Я же не ошибаюсь, да? Плюс это здоровый такой большой. Угу. А есть как 12, 13, 11, как у меня 12 Pro? Ну, я имею в виду такого размера. Не знаю, а у тебя сколько дюймов? Там типа я Pro 6,1 дюйм. Я просто вот так вот на глаз не понимаю. С большим не знаю, как ходить. Я привыкла всегда с такими. Поэтому я взяла себе не 12 Pro Max, а 12 Pro. Ну да, я вот у кого Pro Max, я прям не знаю, он здоровенная лопата. Вот я как раз в Питер ездил, там у коллеги есть такой... Не знаю, мне прям совсем не нравится. Я правда не знаю, у них вообще есть какая-то разница, кроме того, что экран шире больше. Вот. Они там, знаешь, что делают? Добавляют всякие фишечки специально для того, чтобы повышать средний чек. Какая-нибудь специальная опция. Вот как помнишь, 13-й был там какая-то кинематографичная фигня. Apple ProRes это называется. А если у тебя не терабайтный телефон, то такими файлами ты его забьешь за 15-20 минут. Ну, съемки. Ага. Ну что тут у нас получается? Через полчасика будет готово? Ну, может, даже побыстрее. А там есть сметана в составе? Да. Подсматриваешь, да, Катюш? Да. Несравненная шарлотка. И да, я хотел, конечно, пораньше к тебе прийти, показать, как ты там экзамены эти все сдаешь. Вот. Ну, как у тебя успехи? Ну-ка. Сейчас. Обучение по занятиям. Вот, я уже 5 тем прошла. Всего 19, да? А, 6-ю прошла, я только зачет не сдала. Этот зачет, он очень большой, видишь, по всем темам, которые были до этого. Ну, что в целом скажешь? Классно? Нравится? Сложно? Ну, сложновато. Но у тебя синдром отличницы еще. Вот именно, у меня синдром отличницы. И если я какой-то тест прохожу, и там из 35 вопросов у меня есть там одна или две ошибки, я его буду проходить еще раз 10, пока я без ошибок не пройду. У меня прям все, я спать не лягу. Я заметил. Еще хочу поделиться, что снова полюбил чтение, потому что в последнее время забил вообще на книги. Основной контент у меня был интернет, какие-то статьи, ну, в общем, фигня. И пару-тройку раз мы с Катюшей заходили в «Читай город», потратили там в среднем 4-5 тысяч рублей, накупили достаточно много книг. Сейчас читаю вот такое. Если захотите, тоже приобретите. Но чем недоволен, книги стоят капец дорого. Вот, видно, да? Вот это просто мягкий переплет, да, вот смотрите. 1039 рублей. Это дофига дорого. Порой даже вот такие брошюрочки, какие-то маленькие книженцы, знаете, такие невыразительные, там с точки зрения качества 400-500 рублей. Так что читать это крайне дорого. В свое время отсрочку дали потому, что жена моя
Ну вот наш красавчик, сейчас мы его будем есть, пить чай. Да, бери кружки, я тут заварил азербайджанский, добавим немножко мятки. Если что, тут кипяток чуть-чуть себе прям подливай, потому что он, смотри, заварился уже, ну, такой достаточно крепкий. Все, разрезаем и смотрим дальше. Как ты думаешь, мы его осилим сейчас весь? Да. В прошлый раз осилили. Я голодна. При этом время, ну, 11 часов практически, мы молодцы. ПП, ну что, я как обычно, половинки и потом на более мелкие. Это ты так делаешь, я по-другому. Ну что там происходит-то? А, там бумажка, да? К сожалению, красивый кадр не получился. Ну давай мне, может, красиво отрежешь. Это, я хотела рассказать про то, что первый раз, когда я приготовила тебе шарлотку, я делала без сметаны. То есть тот же самый рецепт, только без сметаны, пару ложек не добавляла. Вот, и он был такой более пористый, сухой. Вот, но все равно мне он нравился. А потом я попробовала сделать со сметаной. И Андрей сказал то, что пушка-бомба, петарда. Нет, мне вот это больше, да, нравится рецепт. Да. Но он получается такой немножечко, не знаю, плотный и влажноватый. Вот, и ему это больше нравится, чем без сметаны. Но мне и так нравится, мне все равно. Ну что, все, приятного? Тебе. Что-то отлетело. Да, что-то отлетело, будем веню запускать. Надо ложку давать? Вилку. Мне вилку давать. Я тут пока болел, вообще зарос, просто видите, как сильно. Сейчас сделаем эксперимент, возьмем обычную машинку для стрижки бороды. Но там есть опция стричь волосы, и попрошу Катю, ну, вот так вот мне бока подровнять. Посмотрим, что из этого выйдет. Кать, ты морально готова? А? Болванить меня. Да. А, ты хочешь загуглить, да? Как стричь? Да как-нибудь, как получится. Мне самое главное вот здесь вот так вот сделать. Хоп, какой-нибудь плавный переходик, потому что у меня уже бакенбарды, меня это бесит. Здесь, что ли? Я думал, в ванной. Почему? Ну что, волосы сразу. А ты укутывайся чем-нибудь и давай. Так я хотел голышком. Каким голышком? Давай, если чем-то накидывай, садись на стул и буду тебя стричь. Мне там неудобно в ванной. Вот так вот, как на Ютубе. Давай там ножнички возьми, там расчесочку. Надеюсь, что-нибудь из этого выйдет путное. Или я... Прикинь, ты меня сейчас так подстрижешь, а я потом на волосы пойду стричься. Да, может быть. Это же тебе не нравится, когда я без волос. Да. А каким образом это делается? Вот до сюда хотя бы пройди. И сзади, чтобы ровно было. Ну хотя бы там чуть-чуть ровно. Потому что вот эти бакенбарды меня бесят. Мне страшно. Ничего, нормально. Откуда ты говоришь? Ну я не знаю, сама там смотри на свой вкус. Сейчас у меня останется копна волос на голове, вот такая. Просто понимаешь, в чем дело? Да, я бороду попробую. У тебя борода просто длиннее, чем то, что я сейчас делаю вот здесь. Да, да, борода длиннее. Так. Тестостерон, все дела. Сейчас за ухом попробую. Да, за ухом попробую. Я сама. Ну ладно, держи. Ухо не отпили, главное. Хлочок уже один убрали. О, нормас. Движуха пошла. Надо еще выше. Сзади тоже, да? Надо еще выше. Ну-ка, стой, дай фотки хотя бы посмотрю. Я еще пока ничего не видел. Самое главное, что меня интересует, это задняя часть. А там что, пипец? Так, что-то там. Наверное, что-то очень смешное, потому что Катюша угорает. Подожди, дай доделаю. Не, ну так нормально. Ну, плешина, конечно, есть. Хочу, чтобы никто не писал в комментариях плохие всякие отзывы об этой прическе, потому что я это делала первый раз. И, ну, получилось немножко стрёмно, особенно сзади, получился горшочек. Ну, может быть, я завтра посмотрю обучение. Я не могу. Очень смешно, да? Это вообще жесть, просто отвратительно. Ну ладно, ты все равно не на какие-то, не знаю... Фэшн-съемки не собираешься, так что ничего может, страшного. Даже не сами но здесь. Я завтра. Ну, я чувствую здесь. Мамочки. Тут, наверное. Как хорошо, что тебе никаких встреч важных нет, там переговоров. Не, ну спереди очень даже ничего. Я прям как не знаю, как барбершопе каком-то. Или как они там называются. Ну, еще можно вот эту немножко подстричь. Ну да, чуть-чуть можно. Мне уже прям неудобно было из бакенбардов. Все, я спать хочу. А еще завтра буду лицо его лечить, потому что у него кожа шелушится очень сильно. Спокойной ночи. Давай, рукой. Да вот так. Как? Ну, рукой. Ну, да, вот так.
Слушайте, ну погодка вроде улучшается. По крайней мере, сейчас не 200 оттенков серого, как было пару дней назад. И мы вам обещали рассказать про машину, которую выбрала Катя. Мы поездили по салону. Естественно, смотрели такие бюджетные варианты. Kia заехали. Куда мы еще там заходили? Ну, короче, много куда заходили. И Кате больше всего понравилась Skoda Rapide. Да, я хотел сказать Octavia, но нет. А, там вот последнее обновление, достаточно неплохое, там прикольные вот эти, ну ладно, что я рассказываю, там кнопочки, да, тебе понравились. Там черные диски были, там, по-моему, даже, темная крыша. Там даже все буковки сзади тоже сделали черные. Ну это какая-то Black Edition, не знаю, я не сильно разбираюсь в комплектациях, но она, да, была неплохая. Единственное, у нее цена была, ну, совсем не бюджетная. То есть я офигел, 2 миллиона рублей. Ребят, я свою 180 лошадиных сил. Да, Octavia. Ну, кто смотрит канал, давно знает. Покупал за 1 650 000. А потом цены куда-то убежали. А я еще более того помню... Она пишет дешевле, чем Skoda. Должна быть, да? Чем Octavia, в смысле, ой, да. Чем Octavia. Да, да, это типа самая бюджетная машина, которая есть у Skoda на данный момент. Типа ты Octavia покупал за 1 650 000? Да. А Rapide сейчас стоит 2 миллиона. Да, при этом у меня Octavia была в полной комплектации, то есть там Canton, там подогревы, все вообще. Просто вот туда больше нечего добавить. И камера у меня там была. И, жалко. Ну, вообще все-все. Я хотел сказать, что я помню, когда я в Таиланд уезжал, Бэха трешка стоила 1 250 000. Базовой комплектации. А в хорошие можно за полторашку было взять. Вот такие дела. Так что цены, конечно, супер неадекватные сейчас на машины. Мы тебе будем смотреть БУ, что-то аналогичное. Я знаю. Потому что если я что-то там разобью, поцарапаю, я не хочу, чтобы... Я домой не приходила. Да не, это фигня. Я же все время говорил, если есть царапины, какие-то недостатки, это все ерунда. Страшно. Главное, чтобы с человеком все хорошо было. А еще мы смотрели Polo. Polo тебе не зашла, да, Лиз? Вообще нет. Хотя они очень похожие, может быть, у них даже единая нет, платформа. Нет, внешне она красиво смотрится, неплохо, но я села внутрь, прям как-то намного мне уютнее было в школе. Ну там вот эти кнопочки, новый руль, он, да, очень прикольный. А у нас что тут? Готовка. Мы будем есть картошечку, у нас будет фарш. Ну я не знаю, видно. Давай я открою, только отходи. Да, я отойду. Подальше. А я сейчас поближе вот так вот. А, ну все, она уже запотела за одну секунду. Я, кстати, вот пару минут назад, когда к тебе подходил, я офигел, у меня глаза сгорят. Ну, я случайно... Так, горячо, протри и покажи. Да видно, видно. Я уж там все показал, даже приблизил, а потом резко полыхнуло. Все, в принципе, в этом влоге все рассказали, показали. Постараюсь... Я прям скучаю, ты не сказал. А, я хотел просто сказать, что выйду на какие-то постоянные рельсы... Что-то по чуть-чуть, но записывать. Да, и Катюха завтра у нас пятница уезжает в Брянск к родне на пару дней. Но ты же только на выходные, правильно? Да. Yeah. Ну, я к мамке сгоняю. Все, ставьте лайки, либо дизлайки, пишите комменты. Я в этом влоге уже завершаю свой рассказ. Ну, и буду продолжать работать. Я выделил буквально там несколько минут, чтобы записать этот кусок. И сажусь снова за станок. Так, мне там понаписали как раз.